Здравствуйте, меня зовут Александр Ермаченко, я являюсь читателем Центральной библиотеки города Новоазыбково. Прочитаю стихотворение Сергея Есенина «Пой же пой на проклятой гитаре». Пой же пой на проклятой гитаре, пальцы пляшут твои в полукруг. Захлебнуться бы в этом угаре, мой последний, единственный друг. Не смотри на ее запястье, из плечей ее льющийся шелк. Я искал в этой женщине счастье, а нечаянно гибель нашел. Я не знал, что любовь зараза, я не знал, что любовь чума. Подошла и прищуренным глазом хулигана свела с ума. Пой же, пой, навевай мне снова нашу прежнюю буйную рань. Пусть целует она другого, молодая, красивая дрянь. Ах, постой, я ее не ругаю, ах, постой, я ее не кляну. Дай тебе про себя я сыграю под басовую эту струну. Льется дней моих розовый купол, сердце снов золотых с ума. Многих девушек я перещупал, многих женщин в углах прижимал. Да, есть горькая правда земли. Подсмотрел я ребяческим оком, лижут в очередь кобели истекающую суку соком. Так чего ж мне ее ревновать? Так чего ж мне болеть таком? Наша жизнь простыня да кровать, наша жизнь поцелуй да вомт. Пой же пой в роковом размахе этих рук роковая беда. Только знаешь, пошли их, не умру я, мой друг, никогда.